документировали случаи пыток, похищений на Востоке сепаратистами. Дальше мы выдали отчет о том, как батальон «Айдар», который освободил север Луганской области от сепаратистов, которые там бесчинство чинили, делает то же самое. Батальон «Айдар» тоже похищает людей, тоже пытает людей, обменивает людей на деньги, нацеливается на локальных бизнесменов, людей, ну, на которых можно только просто поживиться. Таких случаев очень много. И расследований нету, и это проблема. Потому что если не расследовать преступления во время Евромайдана, общество не успокоится, потому что на Евромайдан вышли как раз таки, потому что милиционеры разогнали людей. А если не наказывать людей из батальонов «Айдар», которые нарушают законы войны, и закрывать на это глаза, то тоже общество не будет развиваться, опять будет безнаказанность.